Алдошин Алексей Николаевич родился 7 января 1913 года в деревне Марино Ломецко-Сетушинской волости Новосильского уезда Тульской губернии, ныне Залегышинского района Орловской области. Особо отличился в ходе Варшавско-Познанской операции 14 января 1945 года при прорыве обороны противника в районе села Будды Августовские под сильным огнем проделал проход в спирали Брунна и из ручного пулемета уничтожил огневую точку противника и заставил замолчать вражеский гранатомет. Отважно действовал в ходе развития атаки. Совместно с самоходным орудием зашел с фланга немецкой тяжелой артиллерийской батареи. Метким огнем уничтожил 3 артиллеристов и захватил 3 орудия – 2 трактора, мотоцикл и автомашину. Затем в бою у села Мали Боже, подпустив врага на 200 метров, пулеметным огнем сорвал его контратаку. Награжден медалью «Золотая звезда», Героя Советского Союза, орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями.